Книга «Открытым оком». Тема «Священство». Том 7, вопрос 1884. Нравственное состояние священства и мирян сегодня хуже некуда. Это и невооруженным глазом видно. Но как было при гонениях? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Гонения эту шелуху сдували. А когда наступал мир, то быстро все затягивало ряской болотной. Псалом 77, 34-37. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний, Избавитель их. И льстили ему устами своими, и языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. Киприан Карфагенский, 31 августа. В сане епископа Киприан обратил свое внимание прежде всего на благоустроение церковное. Следует заметить, что в то время было немало христиан, которые только именовали себя христианами, а в действительности проводили жизнь недостойную истинного христианина. Так как гонения от язычников на христиан прекратились уже давно, и церковь наслаждалась почти 40-летним миром, то некоторые христиане легкомысленно дозволяли себе отступление от строгих христианских обычаев. Вот как сам Киприан описывает нравственные недостатки его времени. «Каждый заботился об умножении собственности. В иереях не было ожидаемого по их обету благочестия, в служителях, клириках не было чистой веры, в делах – милосердия, в нравах – благоустройства. Многие христиане не хранили твердо истин веры Христовой и отступали от Христа. Допускались часто безрассудные клятвы, презрение и непослушание предстоятелям, злословие и взаимная вражда». Конец цитаты. Ввиду всего этого святому Киприану в сане епископа пришлось весьма много потрудиться на пользу внутреннего благоустроения церкви. В скором же времени по составлению сана епископа святой Киприан приступил к искоренению вкравшихся в жизнь христиан беспорядков. Киприан обратил свое внимание прежде всего на клир, на самих пастырей церкви, которые являлись руководителями народа. Киприан не допускал никого даже к низшим степеням служения в клире без предварительного тщательного исследования о способностях и поведении каждого. Он требовал известной подготовки от лиц, желавших выступить на служение церкви. Самое испытание в знании христианского учения Киприан производил в присутствии пресвитеров, как это известно относительно Оптона, коего Киприан в начале своего епископства назначил учителем оглашенных. Конец цитаты. Соль. Из детства неприметная в достатке, подсыпанная мамой в тесто и в иное, не то что приторная, патокою сладкой, потом в мой дом придет уже с женою. На разных континентах и повсюду различные обычаи и вкусы, но соль одна, неведомое чудо, она в крови, на языке и пульсе. Что значит соль? Спасая от гниения, она сама, доколе сила в ней, от века в век пророческим знамением слезу раскаяния выжмет из камней. Дух Божий обличает и врачует, вскрывая ложь, ничтожество людишек, гнилое, ядовитое корчует, подслащенное, как должно, опишет. Соленые слова – еще в раю, предупреждение грозное владыки, соль и сегодня всюду продают, огнем осоленные с обличением книги. Безвкусные речи в храмах и часовнях, тлен разложения в нравах прихожан, глашатай истины, смотри,
пустует кровля. Без боли кто здорового рождал? Кто обличит правителей лукавых, корыстолюбие выжжет и осолит? Откроет Библию, ее стихи и главы, наступит на любимые мозоли. Кто просолен, белеет соль на спинах, тот пашет, разгибаясь на молитву. Не помышляй, не утверждай наивно, что можешь выиграть сражение без битвы. Для многих соль на раны, на гангрену – единственное средство исцелиться. Ум, осолившийся, признает это ценным, на обличающих никак не будет злиться. 13 июня 2000 год. Игнатий Лапкин.